и троих нелегалов с 9-месячным ребенком задержали в Закарпатье. Пограничники обнаружили их всего в 700 метрах от украинско-словацкой границы. У мигрантов не было с собой документов. Они рассказали, что являются гражданами Армении и пытались нелегально попасть в Европу. Позднее в одном из отелей возле Ужгорода задержали их возможного проводника. С собой у него было почти 8 тысяч евро. Это плата за содействие в переправке мигрантов.